К другим темам. Творчество не имеет возраста и границ. Это доказали славянские ветераны. Они выступили с вокальными и танцевальными номерами на районном смотре художественной самодеятельности. За яркими номерами ветеранов наблюдали Надежда Неткачева и Александр Косицын. Не стареют душой ветераны. Они активно принимают участие в творческих конкурсах, радуют своими песнями жителей Славянского района. Принять участие в очередном смотре конкурсе художественной самодеятельности собрались более 100 человек. Атмосфера праздника царила уже в фойе Дома культуры. Помимо высоких нот и сложных па, представители старшего поколения представили и свои кулинарные таланты. Казачьи песни – любимая тематика Любови Цукановой. Она поет в хоре «Нивушка» уже более 30 лет. Говорит, это ее любимое занятие, и она с большой радостью принимает участие в смотре-конкурсе. Мы приехали сюда, значит, показать свое творчество, попеть казачьи песни, песни нашего руководителя. Ну, хотелось бы и посмотреть другие коллективы, как бы, ну, которые, как бы, репертуар другой, поделиться опытом, посмотреть. Сольное и хоровое пение, танцы удивляли ветераны не только художественной самодеятельностью. Мы с Петровской, мы на Кубани живем. Приезжайте, мы друзей всех зовем. Это станица труда, ей отчизна горда. Приезжайте в наш край навсегда. От сада гиганта до моря Азова раскинулись наши поля. А с рисом и перцем петровским знакома вся наша страна. Проведение таких конкурсов стало доброй традицией в нашем районе. Он помогает ветеранам вернуться к активной жизни, дает возможность провести время в теплой атмосфере и просто пообщаться. Больше общения с людьми, больше красоты в массы, больше музыки, тепла, души. Мы дарим от души все и принимают нас от души. Это радует. В ожидании результатов смотра конкурсанты не скрывали своего волнения. По итогам смотра места распределились следующим образом. На третьем месте – хоровой коллектив художественной самодеятельности «Приазовье» Петровского сельского поселения. Второе место также у петровчан – коллектив «Рушничок». Почетное первое место занял хоровой коллектив Славянского района «Ветеран». Все участники были награждены грамотами. У каждого времени свои радости, свои краски. Весна радует первой зеленью. Зима – белым пушистым снегом, так и в жизни человека. Юность всегда полна надежд и любви. Зрелые годы – пора расцвета творческих сил. Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».